Сейчас у нас, короче, Марина будет рассказывать про свою личную жизнь. Марина, что у тебя в личной жизни? Как твои дела? Все замечательно. Черт, подери, она такая, что ты меня обманываешь. Идем так. Аня, идем так. Да куда мы идем? Мы идем так. Вот. Мы идем на данный момент покупать пленочки на мою Легрию. Вот, потому как она уже поцарапалась, и мне ее жалко. Вот, в интернете нашел у одного дядьки по 5 гривен вообще лафа шара. Заказал 3 штуки. Сейчас будем смотреть, что за пленочки. Рассказывай. Как у тебя дела? Как твои дела? Дома сижу. Дела замечательно. Вот, как тебе вообще наш город? Что ты можешь сказать про наш город? Можно я попробую там помочь? Не уклонишься, широкий угол. Ладно, хорошо. Скажи, пожалуйста, не, нам сюда. Сюда. Блин, у нас такая жарко, нет очков. Нет очков у меня. Очки одни поломались, когда ехал сюда, с Польши. Вторые, которые я купил в Харькове, потерял их в Харькове. Третьи очки подарил. Четвертые очки дома лежат. У тебя тоже много очков. У меня много очков, но на мне ни одного. Ни одних очков нету. Вот. Марина, у тебя есть мечта? Мечта всей своей жизни. Все. Еще раз, Марина, у тебя есть мечта. Все, не надо. У меня, наверное, нет мечты, я не знаю. Хорошо. Давай так, да подожди, давай. Давай так, как должен выглядеть. Все. Ну фак, мой мод, а ты классно выглядишь, что ты тебе вообще? Детский сад. Давай, не, ну ты послушай, давай тогда не так. Как должен выглядеть парень твоей мечты? Сейчас я буду всем рассказывать, как он должен выглядеть. Нет, ты не всем. Марина не хочет рассказывать про своего парня мечты. Он на работе сидит. Парень мечты сидит на работе. А я расскажу про своего парня мечты. У меня его нет. Я же парень. Я очень много про себя лишнего рассказал. Вот, не думайте. Так как я говорил уже, мы идем с Маринкой покупать мне пленочку на Легрию. Вот, сейчас будет наш курьер. Мы должны его встретить. Где-то тут. Вот, ребята, мне красные футболки продали вот 3 вот такие вот пленочки. Вот они вот такие на Lenovo A760. Я одну использую, а кому нужно будет еще 2, пишите. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на мое видео. И Марина скажет привет. Скажи привет. Привет. Вот, она уже сказала. С вас лайки, комментарии. Все. Мою улицу рабочую начали переделывать. Вот это. Вот такой вот ремонт происходит. Такие машины тут ездят. Ну, говорят, к 25 сентября должны закончить. Но пока мне кажется, что это все какой-то фейк. Скажи да. 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 Взял у девочки очки. И я выгляжу вот так вот в них. Эй. Вот твои права. Возьмите свои права, сэр. Возьмите. Расскажи, пожалуйста, как тебе цены в магазинах наших. Давай, что ты стесняется. Встретил братана с работы. Респект и уважение. Да. Вот, что ты скажешь про нашу страну? Что я скажу? Все ништяк. Вот. Как у нас почти как в Швейцарии. У нас почти как в Швейцарии. Да, только еще немного лучше. Марина боится фоткаться. Да. А я ее снимаю. Я тут иду и снимаю Марину.